Подготовку к зимним форс-мажорам обсудили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока синоптики оптимистичны, но вот расслабляться спасателям не приходится. По прогнозам метеорологов, жителям региона следует готовиться к мягкой зиме без резких изменений уровня осадков и среднесуточных температур. На первый взгляд, такие условия не предполагают внезапных чрезвычайных ситуаций, но исключить капризы природы все же нельзя. В этом году пожароопасный период прошел относительно спокойно. За 7 месяцев было зарегистрировано 32 природных пожара. На заседании комиссии представители МЧС предложили свои варианты действий для снижения этого показателя. По их мнению, в первую очередь следует обратить внимание на территории, прилегающие к лесам. Их собственники обязаны выполнять все противопожарные требования. Также необходимо спланировать объемы финансовых, материально-технических средств на устройство защитных противопожарных полос и удаление сухой растительности на землях поселений, обустройство источников противопожарного водоснабжения, а также на реализацию первичных мер пожарной безопасности. Заблаговременная подготовка и своевременная реализация мероприятий, в том числе изложенных в проекте сегодняшнего решения, позволит нам уверенно подойти к предстоящему пожароопасному периоду 2020 года. Как говорится, готовь сани летом. По словам представителей Министерства ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, отопительный сезон в регионе стартовал без серьезных нареканий. Для избежания аварий на объектах теплоснабжения проведены проверки, а сотрудники прошли инструктаж. К зиме готовы и резервные источники энергии.